Друзья, рад приветствовать вас на своем YouTube-канале Love Parfum. С вами Алексей, вы смотрите парфюмерный блог. У нас очередная рубрика «Мои новые ароматы», то есть те ароматы, которые я приобрел. А такая рубрика практически выходит каждый месяц, но здесь так получилось, что лето, да и вообще я мало ароматов приобретал в этот раз. И поэтому уже два месяца, даже более, практически три, не было этой рубрики. Возвращаю эту рубрику вновь. И напоминаю, что спонсором показа является наш с вами любимый сайт парфюмерии и косметики rendezvous.ru. Именно там вы сможете купить все эти ароматы, которые сейчас вам здесь представлю. А еще вы можете воспользоваться моей дополнительной скидкой на 10% по промокоду 10love. Ссылочку на все эти ароматы, ссылочку на сайт и, конечно же, промокод 10love оставлю внизу под видео. Пользуйтесь с удовольствием. Перед началом, конечно же, не забудьте подписаться на этот канал, если каким-то причинам не подписаны, бить в колокол, чтобы не пропускать новые видео. И, конечно же, подпишитесь на мой теперь Яндекс.Дзен. Подпишитесь обязательно на Telegram. Дело в том, что YouTube замедлили, как вы сами можете это наблюдать, и многие из вас просто не видят мои видео. Поэтому я изначально их публикую в Яндекс.Дзене. Все ссылочки здесь внизу под видео. В общем, пока еще мобильный интернет работает, можно смотреть через мобильный интернет YouTube, но рекомендую, конечно же, поставить VPN. Я поставил VPN себе благодаря подписчику и с удовольствием смотрю YouTube теперь с ноутбука. С телевизором пока еще не решился вопрос, но есть там какие-то специальные манипуляции с роутерами, которые сейчас, ну вот, будем выяснять, и, возможно, все везде будет работать. Ну и VPN также можно телефон поставить, и все, это просто решает все вообще проблемы. Либо вот Яндекс.Дзен, либо ВКонтакте. То есть все ссылочки всегда внизу вы найдете под видео. Поэтому, думаю, не потеряемся. Ввели Love Parfum, нашли меня в любой соцсети. Ну что ж, друзья, не буду больше вас отвлекать. Давайте начнем с аромата, который новинка 2024 года. Он, по-моему, вышел в конце 23-го, начало 24-го. Perseus. Встречаете, вот такой вот красавчик. Большой объем, 125 мл. Я что-то как-то давно разочарован, если честно, в марке Parfum de Marly. Мне почему-то эти ароматы не особо заходят. Вот морковка, кстати, запахла. Может быть, тоже цвет такой, сырой такой морковкой. Ну, в плане того, что вот для меня это не ниша. Для меня это обычный какой-то люкс. И, ну, мне более-менее нравится, да, один из ароматов Parfum de Marly, и все. По сути, как бы больше ничего там мне и не нравится. Кто он там, Альтаир выходил в том году. Такое вот не очень звучание, какое-то, что там, ну, какая-то, не знаю, бисквит, ваниль, что там еще, корж какой-то. То есть мне как бы он вообще не зашел. А Лейтон, да, вот Parfum de Marly, один из моих любимых ароматов, Лейтон эксклюзив, наверное, один из лучших ароматов. Хотя, с другой стороны, это опять-таки копии на какие-то уже люксе ароматы, типа Strange With You, да, вот этот вот Армани. Здесь же, друзья, ну, реально вот сейчас для меня морковкой пахнет, до этого не пах морковкой. Почему? Потому что здесь есть какая-то сырость в нем, здесь присутствует что-то, как будто бы якобы от Encre Noir, может быть, молекулы пятерки, там у них кашмиран, скорее всего, что-то такое здесь в составе есть. Но помимо этого, он цитрусовый и на старте прям очень сильно такой грейпфрут с морковкой. Цитрус и свежий аромат, кто-то говорит, безумно стойкий, ничего подобного от него не замечал, ну 5-6 часов, но это не совсем стойкий аромат. Быстро слетает с кожи. И вот это вот интересное, как бы вроде бы звучание цитрусовое, оно скатывается вот в эту сырость, в подвальность, в мокроту. И от таких ароматов, ну, такие ароматы мало кто любит. Если вы любитель таких вот, такого звучания, да, подвально-сырого, землистого, как вот, я говорю, какая-то морковка, как будто достали с погреба, ну, или картошка, то вам однозначно это дело понравится. Как-то мне новинка эта вообще не зашла. Я думал, ну, может быть, уже пора бы Parfum de Marly что-то сделать интересное, крутое, но что-то как-то, что за дела. Следующий новый аромат, еще нет на него обзора, да и до этого тоже еще нет обзора, но скоро все будет. В общем, Азара Хром, это моя давняя хотелка, наверное, тогда, когда еще снимал топ 25 ароматов в люксе, надо было, по идее, вот этот аромат тоже туда включить, но у меня его не было. Сейчас он у меня появился. Это классический такой мускусный кислый свежак. В принципе, таких в люксе много. Такой мыльно-пенно-рыльный. Какой-то даже, ну не знаю, немножко какая-то нотка от эгоиста. Платинум присутствует, как бы это странно не звучало. Но потом это все быстро скатывается в такой, в кислый, в мускус.
Ну а так в целом свежак на каждый день, вообще абсолютно для всех, особенно на лето, либо в офис. Просто супер. Ну, единственное, что стойкость слабенькая, 2-3 часа, и его нет. А так, как бы, ну, достойный, говорю, свежий аромат. Каких на рынке, в принципе, парфюмерий много. У Азара мне мало что нравится. И вот это самая классика, сам первый аромат. Один из моих любимых. Так, едем дальше. Горячая новинка 2024 года Тилия от Марк Антуа Бурва. Вот такой вот липовый цвет, липовый мед, аромат про липу. В общем, сразу хочу вот эти все вот откинуть, так сказать, сходство, да, с другими ароматами. То есть для меня это, сразу говорю, не флёр-наркотик, и это вообще совершенно разные ароматы. То есть забудьте, что кто говорит, что он похож на флёр-наркотик, я не знаю. Да, хотите слышать флёр-наркотик, наверное, будет вам флёр-наркотик. Хотите слышать в нём молекулу, наверное, услышите молекулу. Я бы сказал, что вроде бы ничего такого ганимедоподобного. Вообще вот из Марк Антуа у меня вся коллекция есть ароматов. И B683, и Энцелад, ну теперь и Тилия. И Тили для меня почему-то она как будто бы вообще какая-то такая не внебрачная, как будто бы это совершенно другой аромат. Вот если мне его дать так вот, ну, я бы не сказал, что это что-то от Марк Антуа Бурва. То есть это совершенно какое-то другое звучание. Если прям, не знаю, где-то вдали что-то может быть такое, где-то прям слышится от Ганимеда, но это прям вообще крапаль. Совершенно иной аромат. На мой взгляд, это все-таки больше женственный аромат, потому что он цветочный, он нежный, он утонченный. Если только парни любят мужчины такие цветочные ароматы, то, в принципе, можно попробовать. Ну, он заявлен как женский, ну, все, в принципе, ароматы у Марк Антуа унисекс. Я думаю, что смело можно... Ну, вот в чате, кстати, в Телеграме, кто не подписан, подписывайтесь. Там некоторые парни есть, которые носят этот аромат и там в восторге, и говорят, у нас столько комплиментов, там нам насыпали, там девчонки в офисе там говорят, что за аромат, там туда-сюда. Ну, потому что им самим нравится, им хочется так пахнуть, и они спрашивают. Я сколько хожу с этим ароматом, я ни одного комплимента, и вообще никто даже не спросил, что это за аромат вообще. Просто я ходил с ним там и в заведение, еще куда-то, и просто наношу его. И никак, никто ничего не сказал. Вообще, ну, аромат чистоты, действительно, липой пахнет. Цветениями, ну, такими, лето началось, да, вот эти пошел тополиный пух, цветение, вот так вот в жару примерно пахнет. Что касательно стойкости, наверное, как и с Ганимедом, у меня какая-то с ним проблема. То есть мои рецепторы как-то его к нему быстро привыкают. Здесь какие-то там формулы, еще что-то, я не знаю, там, что там положил Квентин Биш с Марк Антуа Бурва. Что? То есть я когда только вскрыл этот аромат, да, он ко мне пришел, я нанес его на кожу, вот сюда вот на запястье, и вот сюда вот на локтевой сгиб, вообще облился им. Я чувствовал этот аромат, ну, на протяжении всего дня, 12 часов, я им не мог надышаться, я им восторгался, думаю, блин, классно, что такой аромат, что он стойкий, что он свежий при этом, что он не похож на всю линейку Марк Антуа Бурва. Вот, представляете? У меня, кстати, обзора еще на него даже нет. И потом, какое мое разочарование, когда я начал вносить второй, третий день, четвертый, неделю, другую. Я вообще его просто не слышу. Я думаю, я наносил его или нет. Я уже 20, наверное, пшиков нанес, 30. Я просто не слышу его. Ну и 2-3 наносил тоже. 3 часа, 4 аромат слетает. Я не знаю, в чем волшебство, когда он назад вернется вот в свое русло, когда он будет на мне пахнуть долго и стойко. Ну, какое-то мое такое разочарование. Может, его надо потрясти или что-то с ним сделать, я не экспериментировал, да? Чтобы он вот так вот пах. Ну, либо вот мои рецепторы, все. Как бы, говорит, мы больше этот аромат не хотим слышать. С другой стороны, ну, другие же люди тоже ничего не говорят. И вообще никто и ничего. Ну, многим показался, кстати, этот аромат простеньким. В общем, как будто бы я уже весь обзор записал в этом видео на этот аромат, да? В общем, такого ажиотажа, как Ганимед, уже не будет. Так, друзья, приобретал я еще вот такие вот ароматы Versace. Это 200 мл, прям огромнейшие просто флаконы. Versace Eros Flame, да? Для уличных опросов, для батла. У меня еще будет один Versace Eros и Versace Eros Flame. Energy я не успел поймать, он что-то как-то продавался и исчез. Но обязательно его купим, Energy. Напомню, что это новинка 2024 года. Ну, Eros Flame, у меня, кстати, обзор есть. Кому интересно, обязательно к просмотру. Ну, это сладкий аромат. Такой достаточно сексуальный, интересный, необычный. То есть в люксе таких сладких ароматов, ну, не встретишь.
И в этом его уникальность. Да, немножко синтетичен, да, немножко химозен, но при этом пахнет бодро, интересно, необычно. Такой какая-то, знаете, какая-то жвачка, какой-то перчик вот здесь вот на старте. Потом, конечно, этот аромат скатывается в обычный эрос. То есть, да, спустя там 2 часа вот эта вся у него верхушка айсберга уходит. И вы слышите обычный Versace Eros. Поэтому смотрите сами, какой из них вам покупать. Но я, наверное, все-таки Flame рекомендую. Почему-то вот я сейчас... Я давно их не носил, мне давно их не было. Может быть, лет 5. И, ну, то есть, как бы я заново вот начал выносить активно. И он мне больше почему-то нравится, чем Eros. Хотя Eros у меня тоже в концентрации парфюмерного. Да, это в концентрации парфюмерного. Этот примерно 3-4 часа на коже вообще держится отлично. А вот... Эрос обычный, ну, где-то 2-3 часа. Что-то стал как-то плохо себя вести. Но это тоже классный аромат. Один из самых таких тоже популярных, удачных вообще на рынке парфюмерии в люксе. Очень активно покупают его, очень активно про него все спрашивают. Тоже сладкий, немножко с таким, знаете, мятным ментоловым звучанием и с какой-то такой древесной подложкой. Подложкой, да? Сладко-древесный. Такой более мужественный, что ли, он все-таки. Этот такой немножко как бы женоподобный, феминный слегка. И я помню, когда он выходил, много женщин, кстати, его скупало. И с удовольствием пользовались, потому что он такой как, ну, реально как будто бы унисекс. И сейчас по сей день многие спрашивают, а можно ли, ну, женщинам пользоваться. Я говорю, почему нет, пользуйтесь. Он такой вот, да, немножко что-то в нем есть интересного. Но вот мне чем он нравится, что в люксе я такого звучания пока еще не встречал. Вот. Ну, и этот... Ну, сильно как бы отличается. Так, ну и закончим таким одним из самых дорогих ароматов в моей коллекции, королем люкса. Правда, вот тут вот что-то подтерлось у меня. Флакон очень интересный. Вот эта вот крышка, конечно, мне как-то не очень нравится. Что это, зачем это? Все это дело на магните, все это дело так вот красиво, как это, так я не знаю, колокольчик какой-то или что это. Очень легкий флакон. Несмотря на то, что это скорее, ну, как стекло там, да, но оно, наверное, скорее всего, тонкое и обтянуто вот таким вот алюминием или каким-то другим металлом. Необычный, конечно, подход. Это приватная линейка, это люкс, премиальный люкс от Bulgari Tiger. Тигр, да, наверное? Ну, что сказать, друзья. Очень я его сильно хотел, мечтал, ночами не спал. Думаю, ну, когда же уже я, наконец-то, Тайгера приобрету и уже запишу вам обзор. До сих пор нет обзора. Но будет, скоро будет, исправимся. В общем, ну типичный просто люкс. Вот что-то есть в нем для меня лично. Сразу. Это бланш от Chanel. Ну, то есть, понятно, что это не он. Ну, какая-то грань здесь вот этого вот бланша присутствует. Свежий, цитрусовый, такой бодрящий и опять какой-то кислый. Вот. Слегка что-то цветочного, слегка что-то древесного есть. Ну, в общем, на свои деньги он не тянет. Реально там 40 с копейками, там 35, может, это по акции есть, 50 за сотку. Это того не стоит. Да, приятный, благородный свежак. Да, есть стойкость 4-5 часов, поболее, чем, допустим, там вот у люкса какого-нибудь Азара. Но... Ну, здесь недорого, не богато, здесь просто вот на каждый день, здесь просто вот куда-то в офис, куда-то просто пойти, нафычкаться им, и все. Кстати, вот Мариане он очень понравился, девчонкам он нравится, а вот как-то парням не особо. Вот ко мне приезжали ребята, ну, из Кемерово, из ближайших городов, в гости, да, посмотреть ароматы. Кто-то там какие-то от Леванта у меня взял, вот я там сейчас такие 2 мл иногда могу кому-нибудь там продать, да, ну, не активно, но просто так вот, как бы, да, чтобы... показать аромат, чтобы человек смог хотя бы познакомиться с ним. Потому что не везде Bulgari, допустим, можно купить от Levant. И они вот никто от Levant Bulgari не взял, потому что все говорят, ну мы же дали чего-то другого. Ну не будем мы брать от Levant, он вообще нам не интересен и нужен. Еще пахнет он Armani. Armani была такая линейка, Пуром. Там был Armani Nui. Armani зеленый какой-то был. Вот он очень сильно на зеленый Armani похож. Вот. Что-то такое вот есть. В общем, это звучание для меня не новое, оно уже было ранее, но оно редко где используется в люксе, да, то есть это не каждый аромат, да, так вот звучит. Поэтому есть какая-то все-таки, наверное, уникальность в этом плане, потому что, говорю, вот чуть-чуть на Шанель похож, чуть-чуть на Армани. А эти своего рода Армани и Шанель, они тоже такие, знаете, самобытные, то есть ни на что практически не похожи.
Вот надо посмотреть, кстати, не помню, кто парфюмер, может быть, и то делал он, кстати. Ну, в общем, не знаю, как-то не особо им доволен, но статусность, да, что типа у меня есть там, у меня есть один из самых дорогих ароматов, он еще на магнитной крышке, да здесь такая еще дерьмовая крышка вот под цветного стола. Ну, это что-то такое, типа, ну, круто, дорого, богато, наверное, на богатом, ну, не знаю. Не стоит он своих денег. Проще взять какой-то люксовый аромат, да, блин, Версачи пользоваться и не заморачиваться. Вот, друзья, в общем, такая была подборка. Сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть ароматов. Напомню, что все эти ароматы вы можете купить на нашем самом любимом сайте парфюмерии косметики rendezvous.ru. Используется мейнпост со скидкой 10% по промокоду 10LOVE. Ссылочку на все эти ароматы, ссылочку на сайт и, конечно, промокод оставлю внизу под видео. Поэтому, кроме, смотрите, вот Тилию, на Тилию скидка не работает, 10%, но если вы часто покупаете там ароматы, то вы купите его, ну, там, за 19 копейками, получается, все дешевле, чем обычный пользователь, потому что для обычного там 22, по-моему, тысячи за него. В общем, друзья, подписывайтесь на YouTube-канал, подписывайтесь на Telegram и на Яндекс.Дзен, там выкладываю ролики вперед, и если у кого-то проблемы с YouTube, обязательно найдите VPN, не знаю, не жалейте, поставьте, оплатите, купите и смотрите видео с удовольствием. Да, теперь будет видео с рекламой, но мы сейчас ничего от этого не получаем, не переживайте, кто переживает, что «О, блогеры там зажрались». Сейчас AdSense, кстати, из последних новостей ушел из России, то есть сейчас нельзя свой YouTube из России вообще никак монетизировать. Если хоть чуть-чуть там какая-то копеечка была, монетизация вообще же ушла, но если хотя бы какая-то там копейка падала, кто смотрит с VPN или с других стран, то теперь вообще все, пока, всем. Вот. Поэтому не знаю, пока как-то так вот существуем. Так что пишите в комментах, кстати, как вам все эти ароматы. Пишите в комментах, как вы смотрите меня через VPN, через на Яндекс.Дзене, либо еще как-то там, да, интересно. С каких вы стран? И в комментариях, что думаете по поводу этих ароматов всех? Были, не были, планируете ли покупать на это, посмотреть уличные батлы? На эти пока что обзоров нету, но будут в ближайшее время, так что ждите. Все, друзья, всех обнял, помню, что ароматы путешествия времени, до новых встреч, пока-пока. Да, жирный лайк-то не забудьте поставить, парфюмерный, жирный, прям такой вот. И делитесь этим видео с друзьями, расшаривайте, чтобы больше людей посмотрел этот ролик. Ну, теперь точно пока. На, что я про аромат дня-то вам не рассказал? Ну, давайте, аромат дня у меня будет сегодня булгари. Вот. Буду сегодня пахнуть дорого-богато. И у него, кстати, пулик, смотрите какой, бжж, душ. Моментально. Я заметил, что чем дороже аромат, тем у них пульвики... Вот такие вот, как у Creed Aventus, как у Body Chai, Body Chaos. Просто, чтобы быстрее аромат израсходовал. И опять побежал новый за 40к, за 50к покупать. Каждый флакон, как история любви. Love Parfum расскажет, как их всех оценить. Он знает все ноты, все секреты, в его взорах ты найдешь ответы.